В этом году у столицы республики большие планы. 344 миллиона рублей требуется на строительство развязки улиц Фучикайги. Более 30 миллионов на реконструкцию Марпасадского шоссе. Немало средств понадобится на переселение из ветхого и аварийного жилья. Жильцы 267 домов должны получить новые квартиры до 1 января 2017 года. Бюджетные расходы столицы обсудили на встрече депутатов Чебоксарского городского собрания с главой Чувашии. В прошлом году депутаты ЧГСД трижды вносили изменения в бюджет города. Это позволило увеличить объем доходов почти на 2,5 миллиарда рублей. В результате он составил 8,6 миллиарда рублей. В этом году корректировок также не избежать. Расходов немало. А вот источников пополнения не так уж много. Наша задача в этом году посмотреть все возможности и невозможности. Каждый, мы говорим, что в первую очередь это здесь важно каждый квадратный метр. И недвижимости города он должен работать. Каждый квадратный метр земли, который есть у нас в городе, он должен работать и приносить доходы в бюджеты. Проблемы с доходной частью столичного бюджета существуют. Это понимают все участники встречи. Несколько предприятий различных форм собственности задолжали городу за аренду земли 290 миллионов рублей. Причем треть из них принадлежит группе компаний «Сава». Как министр финансов Российской Федерации говорит, в период кризиса бизнес уходит в серую зону. Серую зону по выплате зарплаты, еще следующий признак – это несвоевременные платежи. Эти признаки действительно они и присутствуют у нас на территории. В то же время по прошлому году, только вот если смотреть, то увеличивается количество лиц в трудоспособном возрасте, но которые нигде не работают. То есть отчисление пенсионный фонд и НДФЛ от них не идет. Депутаты совместно с администрацией Чебоксар создали рабочие группы, чтобы работать с предприятиями-должниками. Михаил Игнатьев подчеркнул, что промышленные предприятия не останутся там, где это возможно, без государственной поддержки. Планируется снизить налоговую нагрузку на предпринимателей. Еще один шаг – возмещение затрат по реализации отдельных государственных программ. Анастасия Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика.